За обои там вот эти вот. Ой, обои, потолки. Потолки, да, но это не грильяд-то. Вот спасибо, в последнее время мода. Это немногим отличается от грильяда. Фирма, наверное, другая. Единственное, здесь можно в любой момент доступ получить. И выглядит как профилякция разная. В целом напоминает такой вот швейцарский университет какой-то или немецкий, да? Вот это крупная суперграфика, керамика, стекло. То есть достаточно современная подача. Давайте выйдем, друзья, и насладимся видом на Ленинград. Да, тут даже днем тут видно этот небоскреб, который сейчас строят. Сейчас не видно. Сейчас все туманно. А небоскреб какой? Вот а тот? Вот называется, который... Вот основной небоскреб. Он здесь виден. Да, Лахта-центр. Да. А, ничего себе. Друзья, слева Ленинградский металлический завод, видимо, корпуса. Да, 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 очень хороший завод. Нравится, идем. Ага. Друзья, слева Нева. Вы видите Октябрьскую набережную. И впереди мы видим Кондратьевский проспект металлистов. Вот район Малая Охта, да, так называемый. Как назвать? По сути, район улицы Ватутина, с которой связаны 8 лет прекрасных воспоминаний. В общем, такой очень просторный, достаточно зеленый, воздушный район. Много промышленности, иногда идет зеленый дым. Но в целом есть где отдохнуть глазу. То есть нету такой задавленности многоэтажной застройкой, слава богу, уплотнительной. Посмотрите, комфортные парковки, великолепные тротуары, дороги. Вот справа какая-то сталинская такая школа. Все, инфраструктура полностью налажена. Поэтому жилой комплекс 5 звезд в этом смысле предоставляет все удобства. До новых встреч!